А хто може бути бенефіціаром від фільму? Якщо ви знаєте, на One American вийшов документальний фільм, який зняв Майкла Капуто. І в цьому фільмі не дуже, ну, з гарної сторони розповідають про Сороса, про Джо Байдена, про Пашинського, про президента Порошенка. Як ви вважаєте, хто бенефіціар від цього фільму і на кого він направлений? Він суто на американську аудиторію направлений чи на українську теж? Ну, тут якраз та ситуація, коли... Вот этим снарядом можно убивать нескольких зайцев. То есть это дробь такая. Да, но изначально картечь разлетелась после взрыва. Естественно, как шутили в свое время, бомба всегда падает в эпицентр взрыва. Вот. И все ожидали этого дела, потому что, ну, в любом случае можно посмотреть в Штатах, кто там между собой борется, там CNN и BBC и вот эти вот товарищи, которые одни под республиканцами, другими под демократами. Я грубо сейчас их делю, потому что таким образом две основные силы, которые менялись там в сенатах, в парламентах, всегда получали свой бенефит определенный для себя кармана и, естественно, для страны, которая является для них защитой определенной. То есть это исключительно работа по внутренней повестке дня пока в Штатах. Там сейчас праймерис на носу, там очень много своих проблем. Вот. Проще говоря, люди, которые близки к нашему Даньке Федоровичу, вот, я так уже шучу, поскольку в каждой шутке есть доля шутки. Но, естественно, эхо этого дела касается и нас. Вот под повестка дня, потому что там и поездка Зеленского предыдущая, и потом этот гейт страшный с импичментами. Вот. А как вы считаете, почему этот фильм взагалі жоден канал не анонсував, ну, кроме нашего канала? Потому что мы в нашей программе «Кто за нами стежить» розібрали этот фильм. До речі, дорогі телеглядачі, ви, якщо що, заходьте на наш YouTube-канал або, ну, переглядайте цей фільм. От. І цей фільм ніхто не показав, жоден з каналів, і також його завжди хтось намагається заблокувати на YouTube-каналі. Тобто там багато перезаливів, як то кажуть. З чим це пов'язане? Невыгодна правда. На данный момент времени невыгодна правда абсолютно, потому что очень многие силы здесь регионального уровня, которые легли, давайте вспомним элементарные вещи, когда перед выборами, когда выбирался Трамп, и после этого сейчас приезжают американцы, всегда говорят нашим, от линии МИДа до линии там, администрации президента, даже силовикам, спецслужбам, you've sat on the wrong horse. И на ту лошадку поставили, ребята, потому когда действительно оставили даже глава сегодняшнего МВД, а потом посты эти удалили. Да, трохи это пришлось. Все ставили, да, на дему в свое время, и сейчас это все, рукописи не горят, все это помнят прекрасно, те, которые следят за этим делом, за океанские наши друзья. Вот. И сейчас не на часе, можно вот так сказать, на ридней мове, питание не на часе. Я думаю, что пока не дадут возможности и отмашки, точнее не договорятся, давайте так, вы начинаете. Там, силы политические, под которыми есть экономические интересы. Земля, заводы, пароходы и так далее. Мы, когда придем опять к власти, там линия Трампа, вы получите определенный бенефит от этого дела. Вас не будут спрашивать, куда уходили по линии ФАТКа деньги, какие деньги и так далее. То есть все в любом случае коснется ресурса. И фискального ресурса, и ресурса натуральных показателей здесь. Вот. То есть пока сейчас идет выжидательная линия. Когда там наверху летают друг к другу через океан и договариваются, ребята, мы будем с вами, мы будем поддерживать вас. То есть в любом случае сейчас двумя мерилами маятника вот, будут являться там, республиканцы и демократы, и кто с кем. Поэтому сейчас стараются не афишировать это дело. И вторая сторона этой медали. Если начать глубоко копать этот Майдан, то можно выйти на самого себя. Потому что я, как участник самого Майдана, от первого до последнего дня, покуда в форме с оружием и так далее находился там, плюс не стоял просто на передней линии, а все-таки работа моя на то время предусматривала и нахождение в одном лагере, нахождение в другом лагере, наблюдая за этим всем делом. Такая была сложная, опасная, нужная для Родины работа. И даже на том уровне мне было понятно, что это был дворцовый переворот. Обычный дворцовый переворот, когда сдали гетьмана украинского. Другие гетьманы, договариваясь и пользуясь услугами там, шведского короля и польского Казимира.
Я сейчас таким образом прикрываю наших заокеанских друзей. То есть пока это очень опасно и на самом деле на будущее токсично. Идут переговоры и договоры. Договорятся, никто никогда не узнает правды. Не договорятся в этом ключе, запустят информационную атаку. Это будет серьезное деструктивное символьное поле вокруг власти украинской в целом. И сбежавших, и сидящих здесь. И я думаю, что если начнется качаться дальше эта история, я бы очень хотел, чтобы мы начали на самом деле разбирать, как у вас разобрали на канале, поэтапно, поэлементно эту всю систему, включающую структуру и организацию. Это подсказка нашим силовым структурам. Структура и организация – это события и мероприятия, которые согласованы по месту структура и организации по времени. Если вы нарисуете хронологически, организационно, и по месту на карте событийность, восстановите их. Даже без этих спиленных деревьев, без трассологии, баллистики, вы все равно увидите очень много-много интересного, которое может взорваться в информационном и идеологическом поле Украины и создать на руинах что-то очень новое и очень интересное.